Τη συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών, δύο νεκράσι εν τάφο προσπονείς και οφεινείς χρυσούν μετεβάλλες και Αγία σου εύχας αγγέλους έσχεση λειτουργούντας ιερότατε δόξα το σε δόξα σαντί δόξα το σε στεφάνο σαντί δόξα το ενεργούντι διά σου ασυνιάματα. Года, я тогда был благочинным Большеохтинского округа. Ко мне обратился заместитель директора Петр Иванович. Они хотят на территории вот этого завода построить храм. Они даже мне принесли такой проект, рисунок, небольшой храм и территорию прилежащую. Как они ее видели тогда, хотя еще здесь был пустырь. Но мы тогда обратились к владыке Владимиру, я как благочинный, со соответствующим рапортом, и через короткое время было дано благословение. А уже 14 августа 2013 года мы совершили закладку храма, как полагается, по чину. И участвовал ныне здравствующий настоятель, отец Константин. Тогда он только что был рукоположенный диакон. И он еще в сане диакона сослужил мне этот молебен, закладку храма. В 2015 году уже и уже по благословению владыки митрополита Варсонофия было благословение осветить иерейским или священническим чин престол. Был дан антиминс, на котором совершается божественная литургия и все богослужения 25 декабря, то есть престольный праздник святителя Спиридона. Мы совершили здесь чин освящения престола, храма, иерейским чином, с крестным ходом. Собралось много народа, торжественно, молитвенно. Были на острове Корфу, ну, посетили храм святителя Спиридона. Ну, это понравилось, запало в душу к концу Александру. Сначала посоветовались с ним, говорю, какой храм строить? Он говорит, ну, что я вам посоветую? Давайте святителя Спиридона. То есть, фактически, получается, у нас идеи совпали, что у отца Александра, что у Гончатова Аркадия. 13 декабря год, храм освящен, действует. Крещение бывает, венчание. Поэтому совершенно не случайно, что на этой технической территории вот такая вот свечечка, замечательная свечечка, с хорошей акустикой. Вот здесь служить
просто в радость. И я, собственно, приезжаю сюда, чтобы просто послужить, хотя вечером мне надо будет уже по обязанностям, да, и там мне тоже в радость, конечно, служить. Я использую вот эту вот субботу, теперь через субботу, раньше, в самом начале, отец Константин, сейчас он чередует субботу с воскресеньем, вот, а так, как каждую субботу служили, просто испытать радость совместной молитвы. К святому Спиридону в Ломоносов ездила и собиралась на 25 декабря в прошлом году, в 15 году, поехать снова туда. И вдруг я узнаю, что у нас открывается этот приход. Для меня это было счастье, радость. Я пришла сюда, и вот 25 декабря я сюда хожу, я чувствую себя просто блаженство здесь. И настоятель замечательный, что он душевный, добрый, понимающий, очень помогает, морально помогает, сильно помогает. И ждешь этого прихода каждую неделю. Зрелый преподаватель, опытный человек, которого любили все студенты. Это так действительно. Многие к вам приходили, я был с ним. Таким для меня до сих пор непостижим образом, вот, как человек, как преподаватель, вообще может смириться. Это не для преподавателя, на мой взгляд, самое тяжелое, что может быть, это как смириться и пойти и слышать не то, что я прав, а слышать все пожелания или те советы, которые дает ему и его ученик. И вот какой такой вот момент возник, и я вот этим до сих пор тронут вашему смирению и вашей любви. Вы на протяжении всех этих лет не всегда дали свою поддержку, свою опору, свою молитву. И поэтому вот, за ваше действительно вы для многих из нас являетесь примером христиан. Вы чистый в этом отношении. Человек, для которого церковь стала не просто местом молитвы, но и своим родным домом. Приходим в этот храм, любим его, стараемся все сделать для того, чтобы помочь и прихожанам, и для того, чтобы кто-то еще новый. У нас замечательный совершенно хор, совершенно замечательный регент Людмила Геннадьевна, вот она очень скромная. Помочь на службе, потому что не смогли певцы приехать. Мы сначала вот вдвоем, тоже девушка, она тоже регент, приехали. И как-то вот тут прижились. Так получилось, что прижились и с отцом Константином. А сейчас у нас как бы несколько составов. То есть иногда поют только профессионалы, иногда подключаем и любителей, и людей светских, но с музыкальным образованием. Вот. Поэтому у нас они меняются, но традиционно квартетом мы поем. И, в общем, очень-очень довольны, что здесь все вместе. Здесь вот с отцом-настоятелем очень часто отец Александр приезжает служить. Настоятеля святого храма сего Ирия Константина, братья прихожие поющих, предстоящих и молящихся, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Что храм небольшой, и здесь все знакомые. То есть нет такого, как в больших храмах. Я как-то, когда был в Псково-Печерском монастыре, старчик один мне спросил, ну как твои дела? Я говорю, ну хорошо, и вот тут стал настоятелем небольшого, говорю, правда, храма. Вот тот, говорит, небольшой, как хорошо. Говорит, я когда служил на приходах, всегда любил, говорит, служить в небольших храмах, потому что это, ну, там создавалась семья.
И вот, говорит, как на кухне иногда люди, когда собираются, беседуют еще тихо, спокойно и очень интересно. Говорит, и такого эффекта никогда не бывает, когда ты собираешься в какой-нибудь большой гостиной. И не потому, что люди другие. Но вот это само пространство, оно отдаляет людей друг от друга. И то, что храм небольшой, он, конечно, приближает, соединяет. Люди понимают, стоя друг с другом, что вот у его самолящегося какие-то есть проблемы, он может за него также помолиться. Мы после службы всегда пьем чай. Вот. И это сближает людей. Они друг другу звонят и делятся с друг другом какими-то своими радостями или горестями, или поддерживают друг друга. То есть здесь появляется такая полноценная христианская община. И это самое важное, самое ценное, что вот происходило за этот год в жизни храма. Люди ощутили себя действительно не просто захожанами или прихожанами, они ощутили себя общиной. И именно это привлекает сюда людей. Рабом твоим, это свят всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давайте за наш храм, в первую очередь, и за нашу общину. Да, за нашу небольшую, дружную общину. Спасибо вам. Ну, а отец Константин для меня совершенно не случайный человек, это первый мой причастник в жизни, как священник. Да, мы вместе учились в одной группе в семинарии. То есть мы с ним знакомы уже там 9 лет. А я уже, да, я диаконом уже был. Владыка митрополит Владимир приехал в Державную икону Божией Матери освящать храм. Вот, и он в храме, на ту встречу архиерея, все в храме находятся. А мы с Костей еще тогда, почему-то в алтаре, я не помню, почему я в алтаре оказался. И мне интересно, я выглядываю из диаконских врат, и все, кто в храме тоже видят мою вот, физиономию. Он сзади, не понимая на самом деле, что делает, одевает мне на голову скуфью, которая там находилась их протодиакона. Вот. И довольно громким голосом возглашает «Аксиос». Я, значит, в ужасе убираю, значит, свою голову и говорю: «Костя, ты чего?» «Говорит, ой, отец Леонид, простите». Вот. А через некоторое время я услышал «Аксиос» уже от владыки Амвросия. Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будьте со всеми вами. Отец Александр, настоятель Будников, настоятель храма Ильи Пророка, очень дорог нам, мы его любим и очень рады, да, когда он к нам любим, приходит. Да, да. Более того, конечно. И члены наших семей в любые праздники и в субботние, всеночные бдения, они как бы совмещают и в храм Ильи Пророка, и в наш любимый. Yeah.
приходит на исповедь, то в больших храмах ты не знаешь человека. И даже если ты даешь ему какой-то совет, ты говоришь, ну вот мне кажется, обычно я всегда так делаю, потому что действительно кажется, я не знаю всей ситуации полноты, он рассказал так, а может быть его там, родственник, муж или жена думают совсем по-другому и поступают совсем из других, я же не знаю всей семьи. То здесь у большинства я знаю всю семью. Я знаю его или ее жизнь в каком-то промежутке. Поэтому здесь можно быть более целостно оценить ситуацию и дать какой-то христианский совет, взгляд на эту ситуацию. Мы читаем общее исповедническое правило, а потом я читаю исповедь отца Иоанна Крестьянкина, либо одну, либо другую. Дается, как мне кажется, эффект такого общего покаяния. Как бы мы приносим покаяние пред Богом, и не только, я говорю, мы, то есть я и вся община пред Богом за то, что вот, может быть, мы за эту неделю сделали, поступили как-то не так. Мы просим его вместе прощения. Это очень ценно, это очень важно. Когда не каждая в отдельности, ведь церковь соборна, а мы все вместе предстоим пред Богом и вот просим у Бога прощения за каждого. Переходный, потому что Пасха ночью поется, ночная служба идет. Она достаточно длинная, такая, в общем, места мало здесь, как бы народу много. Мы переживали, что как все это состоится. Но вот как-то, когда уже Пасха когда пройдет, это вот, так сказать, уже все, год начинается по-другому. И мы, вот, спев тут Пасху, уже окончательно поняли, что мы здесь останемся. Исчезает дым, да исчезну. Христос воскресе!
воскресе! Воистину воскресе! Святый след попро, изучим в гробе живот здорово, откуда погибнут грешницы от лица Божия праведницы того веселятся. Христос воскресе! Боже, сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся. Христос воскресе! Христос воскресе! Смерть и смерть поправ, Иисущему гробе живот даровал. Слово Отцу и Сыну и Святому Духу! Христос воскресе! Смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. И ныне и присно, и во веки веков. Христос воскресе из мертвых. Смерть и смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. В работу с первого часа тот пусть получит сегодня должную плату. Кто пришел после третьего часа, пусть благодарностью празднует. Кто успел прийти после шестого часа, пусть нисколько не беспокоится, ибо ничего не лишится. Кто замедлил до девятого часа, пусть приступит, нисколько не сомневаясь, ничего не боясь. Кто успел прийти только в одиннадцатый час, пусть и то не страшится за свое промедление, ибо щедрый владыка принимает последнего как первого, успокаивая пришедшего в одиннадцатый час, так же, как и работающего с первого часа, и последнего милует, и о первом печется, и тому дает, и этому дарит. И дела принимает, и намерения приветствует, и деятельности отдает честь, и расположение хвалит. Итак, все войдите в радость Господа нашего, и первые, и вторые получите награду. Богатые и бедные ликуйте друг с другом, воздержанные и нерадивые почтите этот день, постившиеся и не постившиеся веселитесь ныне, трапеза обильна, насыщайтесь все, телец велик, никто пусть не уходит голодным, все наслаждайтесь пиршеством веры, все пользуйтесь богатством благости, никто пусть не жалуется на бедность, ибо открылось общее царство, никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба воссияло прощение, никто пусть не беспокоится, не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя, Он истребил ее, быв объят ею. Он опустошил ад, сошедшего ад, огорчил того, который коснулся плоти его. Об этом Исаия, предузнав, воскликнул: «Ад, говорит он, огорчился средь доли, ад огорчился, ибо стал праздным, огорчился, ибо посрамлен, огорчился, ибо умешлен, огорчился, ибо низложен, огорчился, ибо связан». Он взял тело и нашел в нем Бога, взял землю и увидел в ней небо, взял то, что видел, и подвергся тому, чего не видел. Где ти смерти жало, где ти ада победа? Воскрес Христос, и ты низложился, воскрес Христос, и пали бесы, воскрес Христос, и радуются ангелы, воскрес Христос, и выдворяется жизнь, воскрес Христос, и мертвого нет ни одного в гробе, ибо Христос, воскресший из мертвых, начаток умершим быть, Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
годовалый храм. Ну, вот, и мы, конечно, да, с удовольствием пользовался. Годик. Почти что скоро годик. Нам годик. Да. Да. Но прошел он настолько быстро, волненосно, да, потому что прошел все быстро, хорошее, оно как-то, да, вот... Ну и благодарны, конечно, да, вот руководству предприятия «Неварьактив» за то, что они проявили такую инициативу. Очень любим. Храм уже, не важно, что год, а уже намолен. Здесь большая благодать присутствует в храме. Молимся с удовольствием, с любовью Христовой. И очень счастливы, что мы сюда пришли. Слава Богу за все. Слава Богу за все. По-гречески «Докса тофио пантен энека». Της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεός.